Кастинг-шоу «Хочу до Меладзе» завершено. Тисячі хлопців намагалися підкорити журі у першому турі. Пекельну ніч другого туру пережили лише 33 учасники. Сьогодні починається новий етап – випробування великою сценою. За 10 секунд ми покажемо вам реальний шоу-бізнес. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Хочу до Меладзе, герої нашого часу. Во втором туре всего 33 участника смогли стать командными игроками и достойно выступить в группах. Сегодня начинается новый этап шоу «Хочу к Меладзе». Грандиозные концерты. Самая большая сцена в истории отечественного телевидения. Самые грандиозные постановки, которым позавидуют даже мировые звезды. Мы ищем героев нашего времени. Такого еще не было. Вы не равных половины, спорят во мне. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Еще 5 секунд молчания, имени нет в этой вселенной. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Они ведь неделимы, выбора нет. Это вовсе не молчание, это ответ. И он неизменный. А мы снова спорим, то прав, то виновен. Вбить на полуслове. «Хочу к Меладзе». На ваших глазах создается новая культовая группа. Наконец-то Константин Меладзе сформировал 9 команд. С этого момента они будут бороться за звание лучшего бойз-бенда. Но только одна группа станет победителем нашего шоу. Борьба за эту победу начинается прямо сейчас. Потому что уже сегодня шоу покинет несколько групп, за которые наставники не проголосуют. Так что самая главная задача всех участников на сегодня – практически влюбить в себя наставников. И кто первый из наставников во время песни рванет рычаг, тот и заберет себе группу. Как вы поняли, конкуренция начинается не только среди участников, но и среди наставников. А их, как вы знаете, у нас 6. 3 девушки и 3 мужчин. И, как вы понимаете, у нас 9 групп. Так что шоу сегодня должно покинуть 3 команды. Увага!
Правила змагання наставників. Костянтин Меладзе розподілив хлопців по групах. За 10 секунд до завершення виступу команди претендентів будуть активовані важелі для вибору. Той наставник, який першим зірве важіль, забере обрану групу собі. Первыми выйдут на сцену 4 участника из Москвы. Самым неожиданным для парней стало то, что Константин Меладзе соединил известного телеведущего и певца-самоучку с низким голосом. Что получилось из такого тандема и как эта четверка готовилась к первому концерту, вы узнаете сейчас из сюжета. Костянтин Меладзе об'єднав в одну команду яскравого співака Армена Марданяна, талановитого вокаліста В'ячеслава Басюла, телеведучого Артема Шалімова та Стаса Височина з незвичайним голосом. Ми не дівчатки, ми друг на друга не обіжаємо. Доки інші учасники репетирували, у цій команді ніяк не могли визначитися із піснею. Стоило бы обратить внимание на репертуар премьер-министра. Да, я против. Бегин можно рассмотреть как вариант. Бегин, та песня, которая была предложена, не совсем моя по темпераменту. Он хочет сделать то, что он 100% знает, что получится у него. I need you to understand. Try so hard to be your man. Эта песня нас... как группу не держит, мое мнение. Ну что ты можешь предложить? Давай начнем с этого. Я предлагаю «Черный ворон». Усі геніальні ідеї Стаса хлопці не сприймали, і він вирішив вдатися до крайніх заходів. Алан, я звоню з дуже важливим ділом. У нас пісня в четверці, в которой моєму голосу необычному не нашлось місця. Хорошо, окей, давай я подумаю в течение дня. Я вечером буду у вас на репетициях, что-то придумаем. Ну, я абсолютно считаю, что это правильное действие. Оно в данной безвыходной ситуации было абсолютно уместным и очень нужным. Ты мне сегодня позвонил. Сказал, что тебе песня не подходит. Мне надо сейчас минута. Я подумаю просто, что делать с этой ситуацией. Ты позвонил Алану без нашего ведома. Как-то это немножко просто странно, по-моему. Ты говоришь, что мы группа. Я решил спросить совета профессионального. Профессионал, говоришь, мы тянули одеяло, но получается так, что ты тянешь. Однозначно серый кардинал. Я этого не скрываю, я не буду косить под белого зайца. Як хлопці вирішили свої проблеми? Дізнаємося просто зараз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хочу помолодце. Put your
Что спели «Begging You», это звучало как мольба «Возьмите меня», но почему ни один рычаг не переведен в положение? Конечно же, беру, Владимир. Но это не мой формат, мне показалось. Какой я хотел бы увидеть. Сергей. У нас всего один шанс нажать этот рычаг. Впереди еще 8 команд, и поэтому, наверное, выступать первыми – это самое сложное. Да, Сережа, но прости, я перебью тебя. Артем, с которым ты пел в «Непоседах», здесь. Здесь никакого блата в шоу «Хачук Меладзе» нет. Я не могу сказать, что мне выступление не понравилось, но налицо проблема, то, что ребята, каждый сам за себя. Не было связи, все были друг от друга отвернуты. Тимати. Для меня важна командная работа. И вот тимбилдинг, вот именно вот строительство команды, вот внутренняя кухня коллектива, это очень важный аспект. Если ее изначально не получается, наверное, и коллектива не получается. Спасибо, Тимати. Спасибо, уважаемые члены жюри. Это был шанс петь в группе Константина Меладзе, а это не произойдет теперь. Вера, я прошу да, тебя, Игорь, я поддержи жду, ребят. Ребята. Они очень нуждаются в этом. Мальчики, первыми выступать волнительно. Вы сделали все полноценно или что-то у вас не получилось? Почему вы остались недооцененными? Невзирая ни на что, пройдя все испытания, мы поняли, объединением является общая цель, общая мечта. И мы это сделали. Мы собрались, невзирая на то, что мы абсолютно разные. Армен? Ну, на самом деле, я согласен со Стасом. В конце мы уже все-таки собрались. Мы собрались и спели как группа, и мы могли бы дальше сделать еще что-то круче. Но что-то не получилось, что поделать. Вы молодцы, вы талантливы. Я желаю всем вам хорошего пути в вашей жизни. Перша втрата у шоу шокувала всіх учасників. Хлопці вперше усвідомили, що кожна група під загрозою виліту. Такий вокальний номер показательний. І було дійсно обідно, тому що ребята старалися дуже. Наверняка все зрители думали, в какую команду Константин Меладзе определит парня, который шокировал всех членов жюри на первом туре. Это Кудрявцев Алексей, который потерял руку во время аварии, но попал в наше шоу. Сейчас вы будете удивлены. Посмотрите сюжет. До цієї трійки Костянтин Меладзе об'єднав вольового Олексія Кудрявцева з Уралу, кримчанина Спартака Вілішаєва і киянина Дениса Надьожина.
Я не могу сказать, что я доволен. Как-то визуально там должны сходиться, там, а мы абсолютно разношерстные, ну полностью. Если Спартак как-то умнел мне ближе по характеру, то Денис немножечко что-то не мое, так скажем. Але найприкріше відкриття чекало на хлопців на уроках вокалу. Будем учиться дышать. Спартак, немножко слышно, что ты не занимался. Если ты хочешь, чтобы это была твоя профессия, обязательно должен заниматься сольфеджио. Я пока не разбираюсь в ваших терминах, честно. Я надеюсь, что я тоже научусь всей этой технике, владения и диафрагмами всеми. Сольфеджио, по сути, практически используется таким образом. Ты вот садишься, допустим, да, тебе... Все, я те же ноты, я воспроизвожу. Ты должен воспроизвести абсолютно четко, интонация, как прозвучало. Все, я это понял. Я помогу Спартаку. Я ему помогаю, он мне помогает. Мы как бы все равно работаем вместе. Он там может продвинуться до того момента, который нам нужен через год, а у нас-то уже через... Вот, на носу выступление. Еще разочек. What do you want from me? What do you want from me? То, что я сегодня слышу, это полный ужас. Это полный кошмар. Мы не находимся в вокальной школе, там, где мы учим попадать в ноты. Это не то. Я не хочу этим заниматься. Мы теряем время. Люди уже номера до конца, простите меня, доводят. А мы учимся попадать в ноты. Тот разлад, который происходит в группе, тянет нас на дно. У нас совершенно не спета команда. Мы репетируем с Лешей вдвоем, вот и все. Ты должен был поработать с ребятами. Вы сейчас как вообще непонятно, кто... Смотрите, мы вчера пытались... Денис, ну не беси, пожалуйста. Хорошо, окей. Ты каждый день тупо ноешь, как девочка, и я, все. Да я вообще молчу. Да ты всегда ноешь, как баба, серьезно тебе говорю. Чи вдасться учасникам стати командою, і чи зможе Спартак заспівати пісню не гірше своїх товаришів? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хочу домовляться. Thank you.
первый. У кого есть свой наставник? Владимир Пресняков. Они поющие, мне это понравилось. Я уверен, что знаю, чему научить и как показать их с разных сторон. Аня, я не узнаю тебя сегодня. Я помню первый тур и «Спартак», который произвел на тебя впечатление. Я жду своих ребят. Я знаю, за кого буду голосовать. Игорь! Вы слышите, что там творится? Как ребят поддерживают остальные конкурсанты? Это здорово. Вера, эти ребята твои. Ну что, вы сегодня первые победители. Денис, после выступления ты изменил мнение о «Спартаке» или нет? За все время, сколько мы работали и занимались вместе, вот я действительно впервые я получил за все время работы с ними втроем кайф на сцене. Я думаю, они тоже. Вот только сегодня. Мы тоже получили кайф. Вам желаю удачи. Мы с вами и наши сердца тоже. Але на відміну від цих парубків, не всі групи так серйозно ставилися до своєї участі у шоу. Деякі хлопці були впевнені, похвала Меладзе їм забезпечена, адже всі дівчата за кулісся вже захоплюються ними. А ми продовжуємо, друзі. Сейчас на сцену выйдут самые юные представители нашего проекта. Некоторые из них даже учатся в школе. Но, несмотря на такой нежный возраст, судьба приготовила им абсолютно не детские испытания. Смотрим сюжет. У цій команді Костянтин Меладзе об'єднав не за руками досвідченого вокаліста Микиту Кіоссе, привабливого Костянтина Черкаса, норовливого Святослава Степанова і талановитого сироту Миколу Должикова. Але до репетиційного табору юнаки приїхали не у повному складі. У Колі сталося лихо. Він захворів. Його проблема стала нашою проблемою. Давайте так, хорошо, Святослав, вот как ты пел, раствориться в тумане осеннем, а и в холодное воскресенье меня любовь навсегда оставит, Коля оставляет. Нет. Не хватало Коли. Сердце мое и хочет тебя терять. Хорошо, а вот я сейчас партию держала. Будет петь Поля. Ну, он не сможет потянуть партию выше. Почему, если просто... человек приедет, просто заболел? Но это не тот проект, где мы его должны жалеть. А Святослав не в пачке сейчас, да, как бы? Не поешь здесь. Ничего просто осталось. Да. Когда я хожу на репетицию, у меня вообще слов нету. А он просто приедет сюда, и ему сразу так... Не важно, сколько тебе строчек дали, главное, как ты себя подаешь. Работа как бы идет, но без Коли все равно не то. Нам его действительно не хватает. Мы хотим пойти на контакт, мы хотим, чтобы он быстрее здесь был. Эй! Колян, привет! Как ты? Выздоровел? Да, надо светить мне, доктор запретил петь. Как ты начал с такой грустной ноты? Да, на самом деле ты нам нужен. Стараюсь, лечу сейчас, но мне действительно нельзя много говорить. Было светить, я вам желаю удачи, и как только выздоровлю, постараюсь. Все, пока. Удачи, приезжай. Мы уже как бы сплоченно все делаем, а он сам по себе. І какая-то безнадега, что ли, получается. А на генеральному прогоні у день концерту на парубків чекало ще одне потрясіння. Продюсери повідомили, що Коля відмовився від участі в шоу. К сожалению, я должен вам сообщить такую новость. Не будет четвертого человека, так как у него болезнь. Який вихід знайдуть учасники, щоб врятувати свій виступ? Побачимо на сцені. Дивіться далі. Кому оголосили бойкот учасники україно-білоруської групи? Колективні недопонімання, навіть взагалі. Втроєм ми лучше смотримо. За яку команду проголосувало аж три наставники? За вас, я смотрю, ціла боротьба розразилась, а? І найголовніше, які три команди залишаться без наставників і покинуть шоу? Продовження серіаліті одразу після реклами. Хочу до Меладзе. Музика.
одинаковых писем. И если нам не быть вместе, я нарисую в воздухе сердце, пусть растает, растворится в тумане осеннем и в холодное воскресенье. Меня любовь навсегда оставит. Я не умру без твоей любви, но только что-то болит внутри. Наверное, сердце мое не хочет тебя терять. Я не умру без твоей любви, прошу ты только одно помни. Я буду помнить тебя всегда и ждать. Разговоры ни к чему не приводят, незаметно горечь уходит, и ненужным кажется все, что было. И минуты последней встречи забываются, и уже легче, легче понимать, что сердце давно остыло. Только что-то болит в груди. Наверное, сердце мое не хочет тебя терять. Я не умру без твоей любви, без тебя. Но только что-то болит в груди. Наверное, сердце мое не хочет тебя без тебя. Я не умру без твоей любви, но только что-то болит в груди. Наверное, сердце мое не хочет тебя терять. Я не умру без твоей любви, прошу только одно пойми. Я буду помнить тебя всегда. Вы большие молодцы, у вас есть наставник. И это Сергей Лазарев. Сережа, что ты почувствовал? Я начинал петь, когда мне было совсем мало лет. Меня часто называли сладкоголосым певцом. В данный момент я услышал трех ребят, с кем мне бы было бы интересно работать, и с кем бы я мог бы поделиться каким-то тем опытом, который у меня есть. Я решил проголосовать за вас. Константин, я поздравляю вас. Эти трое молодых людей имеют шанс стать вашей группой. Верочка, я отправляю спасибо к тебе большое ребят. Спасибо. То, что Коля уехал, не принял участие в сегодняшнем выступлении. Как вы думаете, по итогам, это плюс или минус? Безусловно, это минус для нас, потому что последние 6 часов раскладывали партии, разбивали его фразы. Но зато, я знаю, кто-то жаловался, что мало слов. Коля как бы был вообще где-то там, да, а я ходил на репетиции каждый день, да, то есть я, по сути, должен заснуть. То есть ты крутой? Да. Хорошо. Оправдайте доверие Сергея Лазарева и будьте для него достойной группой. Договорились? Да, все. У шоу залишилося всього 4 вільних наставника, але попереду виступи ще 6 груп. Конкуренція настільки зросла, що в хід пішла нечесна гра. Де мої туфлі? Я уверен в тому, що мій лук це вправо, тому що так просто вещи не пропадають. З тобою вісно там, де не стоять. Іллі вдалося знайти туфлі на розмір більші, але його групі виходити на сцену за кілька хвилин. Чи не завадить незручне взуття виконати складну постановку? Следующая группа настолько хочет остаться в нашем шоу, что даже рискнула напрямую обратиться к наставникам. Для этого они выбрали специальную песню. Какую, вы узнаете из нашего сюжета. До цієї команди Костянтин Меладзе поставив двох українців.
Іллю Ніколаєнка та Святослава Лукінича. І двох білорусів – Єгора Волчка і Ваню Шангіна, який одразу став відлюдником. Ваня – космос. Ваня на своїй хвилі, він думає про якісь важливі, мабуть, глобальні проблеми. Головне, щоб у нас була позитивна енергетика, взаємодія між друг другом. Ми кожен вижим на максимум. Ми вместе втроєм постійно, Ваня где-то в другому місці. Просто є в колективі недопонімання, навіть в общині. На репетиціях Ваня теж не зміг влитися у колектив. Ваня поки що поє ще так собі, як я вважаю. Я достатньо більш спокійний чоловік, а тут треба драйв такий проявити. Це буде найграндіозніший номер, але його потрібно відпахати. Мені не вистачає поки психологічної розрядки, тобто я не зміг розслабитися, і це дуже одразу відразилось на всьому. У тебе хочеться. На фоне остальных я могу смотреть на картинку, но у меня почему-то глаза падают на тебя, потому что у них есть вот это, а у тебя вот так ты все делаешь. Почему, я не пойму. Тебе необходимо в два раза больше, значит, работать. Потому что ты сейчас очень сильно выбиваешься. Мне сложно, когда человек не понимает что-то, когда я уже понял. Если бы можно было бы, я бы убрал бы Ваню с группы, потому что, мне кажется, втроем мы лучше смотримся. Чи вплине розлад у команді на виступ? Дізнаємося просто зараз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Хочу до Меладзе. Зрада, безпринципна тварина, але Поліна, я на Коліна.
понимаю одного. Как могла устоять ты, Полина, когда четверо мужчин припали на колени, и ты оказалась холодной? Я одна нормальная девушка, не должна была устоять, но я ненормальная, дорогие друзья. Полина, знаешь, что мальчики, ты сделала? Пожалуйста. Нет, Полина, знаешь, что ты только что сделала? Ты уничтожила этих ребят. Сереж, да. Ребята ведь спели замечательно, а? Да, я считаю, что это один из сильнейших вокалистов этого шоу. Энергетика была бешеная. К сожалению, правила не позволяют взять еще вторую команду себя, а я бы с удовольствием... Но, я честно вам скажу, я просто не понимаю и не пойму сегодня нужно наших наставников. Нужно было выбрать правильную женщину, ребята. Да, Полина? Ребята, вы выучили номер, это все, это видно было, титанический труд. Вы так самая... а что ж ты не выбрала? Потому что они пели Полина. Как ребята, могла другая быстренько. Женщина Аня. Она, ты прекрасна. Видишь, какие? Я вас номер. Очень люблю, вы молодцы. Видишь, какие вы, правда, продажные, сразу придумали песни. Вы самые лучшие из того, что я видела. Ребята, я отправляю вас к Вере Брежневой. Я считаю, что нужно петь было объединенно что-нибудь. Дева-дева-дева-девочка моя, понимаешь? Ох, я оценила ваш стиль, я оценила вашу хореографию, вашу пластику. Все на высшем уровне. Почему вашу четверку не выбрали? Если честно, я не знаю, потому что мы реально репетировали сутки. У нас было всего лишь в день. Наверное, по 2 часа на то, чтобы отдохнуть. И честно, я не знаю, почему Полина нас не выбрала, потому что мы пели для нее. Мы хотели очень, чтобы нас выбрали. Ой, Полина, Полина! Да. Я бы не хотела сейчас быть на твоем месте вообще! Ребята, давайте сейчас еще раз аплодисменты залой! Ну, желаю вам от всей души удачи, любви, надежды и веры Брежневой на с вами. Учасники проекту не раз доводили, що справжня чоловіча дружба існує. І навіть зараз, незважаючи на суперництво, хлопці підтримують один одного. Друзі, ми йдемо далі. Перед тим, як Константин Меладзе розподілив наших героїв по групам, ми провели опрос і спросили, хто з ким хоче бути. Так от, в команді, яка зараз вийде на цю сцену, є парень, с которым хотели петь практически все участники. Кто этот завидный конкурсант? Попробуйте угадать из нашего сюжета. Брутальный рэпер Артем Пиндюра. Схидный красень Алибек Альмадиев. Завжди стильный Владислав Рам. И гострый на язык Андрей Витвицкий. Саме так побачив цю групу Костянтин Меладзе. Каждый из нас лишь подчеркивает индивидуальность другого. Пиндюра, он такой жесткий, он такой олдскульный парень. Алибек – это именно та выдержанность нашей группы, которой не хватает вот реально нам троим. Мы все такие панторезы, просто кошмар. Я очень яркий. Ну, как я так считаю, нельзя так про себя говорить, потому что я очень скромный еще человек. Андрюха как-то все равно вот очень много, он говорит не по делу мимо касы. Парубки были настолько впевнені у своей уникальности, что навіть не помечали роздратування суперників. У нас просто команда, мы будем дружить против всех. Проте дружба идеальной четверки скончилася. Щойно группе дали песню. Да ладно, серьезно? Это тема Тёмы. Это не то, что мы поем, и то, что мы хотели петь. Отлично, давай, Тёма. Вырываться и бежать. И песня крутая, я вообще, я тащусь от этой песни, вот правда. Ну, песня, я очень доволен. Честно расстроился, потому что хотелось показать там голос наш, там еще какую-то харизму. Такая вот жесткая жизнь. You got me running down and burning rust. Нет, это хочется, не пойдет, нет? Нет, не пойдет, однозначно. Ну, просто вот втроем массовка, Тёма поет, а мы просто ему усиливаем припев, дабы было больше кульминации. Напряженная какая-то была атмосфера из-за этой песни. Это Тёмина песня. Ну, это бред. У нас не
Тёма и трое парней. У нас группа должна быть. Он психует из-за того, что мне выделили больше места. Ему кажется, что на меня больше обращает внимание в этом треке. Андрія так зачепило, що пісню вибрали під Артема Піндюру, що він перестав ходити на репетиції. Я не хочу сейчас продолжать репетировать, потому что я на эмоциях, и я сейчас не могу воспринимать информацию, текст, музыку, там что-то учить, что-то заучивать. Я же как бы не должен ни с кем драться, а хочется ему типа ляпнуть разок. Естественно, я не обрадовался этой песне, но если дана задача, ее нужно делать. Мы очень хорошо относимся к Андрюхе, но своим поведением он просто подставляет нас. Ну, для меня это вообще поступок низкий, как бы. Ну, мы в команде, это нужно понимать. Потому что если слететь со четверкой, будет очень плохо. Чи зможе Андрій приборкати особисті амбіції заради спільної справи і вдалого виступу, побачимо на сцені. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хочу до Меладзе. Что ты, братишка, прийти? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Больше не хочется жить. Дарил ей столько добра, валил в нее столько бабла. Ты думал лишь ты и она, спокойно ладил дела. Сколько потерянных дней, конечно, может быть со всякой, но только не с ней. Сколько потерянных лет, обида прожигает грудь до боли сильнее. Ничего, потерпи месяцок, я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый мотылек в твоих глазах станет обычной тварью. Я затолкаю тебя в тачку силой, завезу тебя. Там банька, рыбка и пиво. Братишка, я тебе сдохнуть не дам. Как много в мире девушек красивых, искренних, верных да простых. Так вот такая терапия. Будет еще болей, но ты держись. От того порою грустно, что в жизни бывает много незамечательных дней. Того, кто о нас ноги вытирает. Мы любим, да еще и сильнее. Ты будешь вырываться и бежать к ней. Я тебя крепко свяжу. Ты столько лет доверял ей напрасно. Теперь послушай, я слово скажу. Я затолкаю тебя в тачку силой. Я отвезу тебя от пацана. Там банька, рыбка и пиво. Братишка, я тебе сдохнуть не дам. Как много в мире девушек красивых, искренних, верных, да и простых. Такая вот терапия, такая вот взрослая жизнь. Я затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу тебя к пацанам. Там банька, рынка и пиво, братишка, я тебе сдохну не дам. Как много в мире девушек красивых. Такая вот взрослая жизнь. Такая вот терапия. Такая вот взрослая жизнь. Такая вот терапия. Такая вот взрослая жизнь. За вас, я смотрю, целая борьба разразилась, а? При рычагах. Тимати и Анна Седокова рванули рычаг практически синхронно, одновременно. И немножечко опоздала Ева Польна
Ребята, вы очень крутые, и я абсолютно считаю, что вы возможные победители этого шоу. Да, может быть, это не по правилам. Если есть такая возможность, я хочу, чтобы вы работали с Тимати. Ух ты! Я отдаю свой голос. Ух ты! У нас есть Константин Меладзе, и он сейчас скажет, как нам поступить. Костя. Я предложил бы из этой ситуации простой и логичный выход. Пусть ребята сами выберут себе наставника. Артем, мы посоветуемся сейчас от себя. Еще совсем недавно они были соперниками. Но вот сейчас они держатся друг друга. Артем, говори. Мы посоветовались и выбрали Тимати. Тимати, я поздравляю тебя, ты наставник этой группы. А сейчас, Верочка, открой ребятам свои объятия. Спасибо. Получилось так, что не вы боретесь за место в шоу, а уже за вас боролись, правильно? Абсолютно верно. Каким образом, каким чудом тебе дали спеть полпесни? Я без понятия, на самом деле. Андрей, я знаю, что ты был очень недоволен, что таким внегласным лидером вашей компании является Артем, а не ты. Я просто сильно испугался, то, что другие команды взяли очень сильные вокальные песни, и в которых можно показать свой голос. Влад, ты самый юный. Кто для тебя из троих твоих соколлег является примером? Я ко всем ребятам прислушиваюсь, и все ребята для меня авторитетны. Но теперь у вас новый авторитет, и вы должны будете его слушаться. Тимати, ваш рулевой! Поздравляю вас! Коли одні групи вже тішилися своїми наставниками, інші нервували, але продовжували наполегливо працювати, використовуючи кожен сантиметр зони грінруму. А сейчас следующая наша команда. В ней оказались 4 абсолютно разных человека. Программист, хореограф, композитор и хормейстер-народник. Единственное, что их объединяет, это, конечно же, любовь к музыке. Что получилось из такого сотрудничества, узнаем из нашего сюжета. Костянтин Меладзе об'єднав в одну групу хормейстера-народника з Москви Всеволода Мішурова, композитора з Харкова Дмитра Костюка, пітерського музиканта Дмитра Шихова і танцюриста з Одеси Дениса Реконвальда. У четвірці одразу ж визначився лідер. Це Діма Костюк. Он пишет свою музыку, он где-то там выступал, он в конкурсах участвовал. Дима, правда? Ночью не будем спать, пока мы вдвоем. Понимаешь, аккуратней. Ну, как бы ты девушке так вот сказал? Как-то все пытаются выделить Диму Костюка. Ну, не знаю, он самый старший только, на мой взгляд. Поруч с лидером став очевидный и аутсайдер. Дима Шихов немножко не вписывается в коллектив. Немножко как-то вот выпадает, отстраняется, может быть. Кто-то останавливается, сразу выходит за дверь. Что? А что ты сейчас делаешь? А какой ритм здесь? Попадаю в ритм. Поехали. 3, 4. Человек с музыкальным слухом, да, не может попасть просто в простой элементарный ритм. Это просто жесть. Это просто провал. Было просто очень сложно. Устали? Есть такое. Але перед самим виступом доля підготувала цій четвірці ще одне випробування. Ми приїхали з репетиції, і я побачив машину скорої допомоги. Мені сказали, що Діму Костюка забирають в лікарню. На даний момент Дімі дуже плохо. Тобто у нього висока температура, він не може зараз петь, він не може зараз говорити. Як буде завтра, ми не знаємо. За 3 години до концерту команда все ще не знає, у якому складі постане перед журі.
У нас ни репетиций, никаких ни проходок, ничего не сделано. Если у него будет температура 40, он просто упасть может со сцены. Музыка мой драйв, и все, что вокруг. Мы сейчас как-то попытались разбить партии. Я чувствую, что это что-то не то. Я его ни в чем не обвиняю, но это действительно работа в команде, и когда выбывает один, выбывают все, и это очень ужасно. Дивіться далі. Чи візьме хтось з наставників під свою опіку трійку із зірками Білорусі та Казахстану? Кого Костянтин Меладзе розподілив у групу разом з неординарним Артемом Угляровим? Чи завоює серце Поліни Гагаріної прибалтійський красень Маркус Ріва? І найголовніше, хто сьогодні покине шоу «Хочу до Меладзе» назавжди? Продовження серіаліті одразу після реклами. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Хочу до Меладзе. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Кофе мой друг, меня ждет за мокрым стеклом, она все поймет молчание и слов. По струнам мой долг доводит до слез. Ты плачешь, ну что ж, все снова всерьез. Кофе мой друг, кофе мой друг, музыка мой драйв, и все, что вокруг, я могу сыграть. Ну, ребята, идите сюда.
Идите ко мне, ребята. Дима, возьми себя в руки, я прошу тебя. Я знаю, что тебя привезли из больницы. Ты преодолел болезнь, чтобы выйти на эту сцену. Все нормально. Я выкладывался на все 100. Я делал все, что могу. И мне нравилось то, что я делал. И то, что я сейчас выступал здесь, это для меня очень много значит. Главное, то, что ты сделал, и то, что сделали вы, ребята, было не зря. Потому что у вас есть наставник, и это Ева. Больно. Тронули меня парни, конечно, такой своей. Они так волновались и так искренне пели такую романтичную песню. У меня, правда, есть песня, которая называется «Парни не плачут». Но если бы у меня был сын, я бы сказала ему, что настоящие парни обязательно должны уметь плакать, потому что это не недостойно. Это говорит о том, что у человека большое, искреннее и очень живое сердце. Поэтому плакать парни нужно, я считаю. Я поздравляю вас с этой Спасибо. Маленькой, но такой важной победой. Спасибо. И вас ждет Верочка. Я жду их с нетерпением. Поздравить, конечно же, и пожалеть Диму. Ну, парни, молодцы. Что вам могу сказать? Температура есть. Почему ты все-таки не решил остаться в больнице, лечиться? Тем более это ангина, это связки. Есть в жизни моменты, когда ты не думаешь о том, какой это риск и что за этим последует. У меня была только одна мысль, что я что-то пропущу очень важное в своей жизни. Мы до последней минуты вообще не знали, чего ожидать, и будет ли Дима или не будет. Он прибежал буквально, да. Правда, минут 15 назад. Мальчики, я вам могу сказать одно, когда вы начали петь, когда вы пели первый куплет, у меня были мурашки по коже, пусть такие мурашки будут у всех зрителей. И я вас поздравляю с тем, что ваш тренер Ева. Молодцы. Ця четвірка, незважаючи на хворобу Костюка, мала успіх. Успішний виступ. А ось вихід на сцену іншої команди опинився під питанням через травму учасника. Міша Балясинський за кулісами впав і серйозно пошкодив руку. Лікарі надали йому допомогу, але чи зможе він виступати, поки що невідомо. Сейчас на сцену выйдет интернациональная тройка. В ней собрались участники из России, Белоруссии и Казахстана. И, как предполагает Константин Меладзе, эта команда может стать идеальной группой для женщин от 25 лет. Посмотрим. Сибиряка Григория Юрченка Костянтин Меладзе побачив в одній трійці із зіркою Казахстану Анатолием Цоєм та зіркою Білорусі Дмитром Карякіним. Я не ожидал, ребят, увидеть в своей команде именно таких. Один, я говорю, капитан Америка, другой там капитан России. А я какой-то непонятный капитан Кореи. Між Дімою та Грішою одразу виникли суперечки. У него все много, его надо, чтобы он был в центре, и он этого не скрывает. У меня был опыт волны Евровидения, да, то есть я считаю, что мой голос должен быть всегда выслушан, как минимум. Звезда у мальчика очень большая. Конфлікт посилився після того, як Діма вмовив поступливого Толю обдурити адміністратора та піти грати у баскетбол за межі репетиційного табору. Мені дуже жалко лишатися талантливої тройки. Ну, мені категорично не жалко лишатися лжецов. Ну, в принципі, його позиція понятна. Оправдуватися або щось говорити – немає сенсу. Ми признали свою вину, пусть воно буде так. А еще вы подставили своего друга. Вы прекрасно понимаете, что туда нельзя ходить. Мы просто совершили ошибку. Извинений недостаточно. Ну что, Дим, ты понимаешь? Гриша, я через свое достоинство никогда не упаду. Я готов отказаться от своей мечты. Ребята. Но я не буду падать на колени с того, что играл. Я резко реагирую, понимаешь, на все. Попри те, что хлопцы его подставили, Гриша решил взять ответственность за вчинок Димы на себе. Мы команда, и я хочу дать слово. Не дай бог, малейшее какое-то замечание будет в нашу сторону, наша тройка покинет незамедлительно проект.
Але парубкам не вдалося вийти сухими з води. Їхнє покарання позначилося на фінальному виступі. Какую вы песню готовили? Расмина, дома на месте. Прекрасная песня, она у вас хорошо получается. Но вы не будете ее петь. Петь вы будете очень сложную композицию. То, что сейчас, вижу, то, что сейчас песня другая, это уже хуже некуда. Лучше бы у нас реально выйти. Ще сильнішим ударом для трійки стало те, що під час самоволки Толя серйозно пошкодив ногу. Тобто так вийшло, що я неудачно впав, вивернув свою ногу. Похоже, що на розтяжені зв'язок. Звісно, ноге нужен покой. Буде позор. Буде Толя скалічений на сцені. Буду я, який забуду слова, і ще щось. Зараз є реальна проблема. Як розподілити ролі головних героїв цієї пісні? На генеральному прогоні з'ясувалося, що Діма не може станцювати свою зв'язку. За 6 годин до початку концерту головний режисер шоу віддав партію Діми Гріші. Але чи встигне Гріша вивчити танець з нуля, побачимо вже за кілька секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Хочу до Меладзе. Just don't.
ребята, стоило вам спеть эту знаменитую песню из мюзикла «Мулен Руж Роксен», и женщина по имени Полина рванула рычаг. Но не выдержала не только Полина, а также Анна. Я была первая. Что сделали с тобой эти парни? Все обладают вокальными данными, все харизматичные по внешности. Этих ребят я уже давно отметила для себя как любимчиков. Аня, что предложишь ты ребятам? Помните, вначале я вам говорила, что я жду? Я жду своих парней. Так вот, вы мои парни, которых я ждала все шоу. Я обещаю вам, что я вложу вас всю душу. Константин, только вы сможете решить, что мы будем делать. Все-таки, мне кажется, справедливее будет, чтобы вы сами решили, кто сможет за этот короткий промежуток времени дать вам больше. Так, ребята, это ваш выбор. Решайте. Григорий. Спасибо вам большое за доверие, которое вы сейчас нам выразили. Анна, Анюта, разрешите так? Когда мы выходили на сцену, та искренность, которая от вас шла, она нас заряжала. Полина Гагарина. Характеристики дают каждому наставить. Мы слушаем записи. Полина, вы, наверное, та самая муза, которая вдохновляет. Глядя на вас, хочется быть примером актуальной в наше время популярной музыки. Спасибо вам и Константину за этот прекрасный тандем. Я думаю, кому-то повезет, но мы выбираем Анну Седокову. Ребята, вас ждет Вера. Скажите, я уже здесь, я рада и за мальчиков, и за Аню одновременно, между прочим. Спасибо, моя девочка, спасибо. А теперь объясните же, почему Аня? Мы просто не могли не оправдать доверие. Аня верила в нас. И мы взаимно хотим быть с ней. Місць у шоу майже не залишилося. З усіх наставників вільна тільки Поліна Гагаріна. Але до виступу готуються ще дві групи. Яка з них підкорить серце співачки? Дізнаємося зовсім скоро. Друзі, ми йдемо далі. В команду, которая выйдет сейчас на сцену, попал наш, наверное, самый неординарный участник. Парень был настолько похож на девушку, что Константин Лазаря долго не знал, с какими конкурсантами его вообще можно было бы соединить. Какой получилась группа, узнаете сейчас из сюжета. Юного Фаріза Мамедова з Казахстану Костянтин Меладзе об'єднав команду з ініціативним Іраклієм Мурашвілі, романтиком Михайлом Балясинським і неординарним Артемом Угляровим. Я пою не як більшинство. У нас різні типажі. Троє хлопців почали ділити лідерство, призначивши аутсайдером Артема. Вот и шесть. Сначала в каком-то таком находишься немножко трансе. Такой фрик, он всегда должен быть. Вот мне именно как представляется бойс-бенд, это все-таки молодой бойс-бенд, чтобы все были реально модные ребята. Боротьба за лидерство загострилася під час выбору песни. Кожен відстоював свой вариант. Текила любовь. Я предлагаю все-таки Макса Барских. Ты предлагаешь Бестребокс. Incomplete. Incomplete конкретно эту песню. Міша, Іраклій і Фаріз поводилися як лебідь, рак і щука. Але на цьому етапі притягнути ковдру на себе вдалося Іраклію. Його пісню показали Алану Бадоєву. Хорошо, хто тут лідер у нас? У нас нет лідера. Ми все вместе решили. Абсолютно все. Да? Я себе планировал сделать для вас какой-то разрывный номер. Расскажите мне, что у вас было из идей еще, потому что я, честно, пока не понял. Это английская. Кино «Любовь». Был Макс Барских. О, а почему не попробовать «Глаза убийцы»? Моя взяла. Все-таки Макс Барских. Коли справа дійшла до постановки, впевненість трьох вдаваних лідерів зникла. У вас сейчас самый слабый номер. Мы вам даем пару часов сделать этот припев танцевальным.
Страшно, звісно. Внутрі очень все кипить. Атмосфера накаляється. З'ясувалося, що лише Артем вивчив танець. Він взяв усю відповідальність за команду на себе. Ранок поставив. Тільно. Ліве, назад. Согнуте, праве, пряме. Ровно встал. Ровно встал. Такое напряжение между нами начинается. Немножко это давит. У меня не получается, я психую. Зачем психовать, потому что не получается там у меня, у Миши. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Нет. На самом деле мы все на нервах, просто кто-то скрывает их. Четче. Чи вдасться Артему, котрого ніхто не сприймав всерйоз, згуртувати команду і примусити її працювати? Побачимо за мить. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Хочу Кмеладзе. Я должен констатировать тот факт, что рука не дрогнула.
действительно было очень здорово. Это правда было так. Просто в полной растерянности, потому что я не знаю, что делать. Но ребятам огромное спасибо, каждому спасибо. Да, вы большие молодцы. Ну что ты грустишь? У вас вся жизнь впереди. Верочка, я отправляю к тебе этих ребят, пожалуйста, найди нужные слова. Они очень нуждаются в этом. Мы встречаем вас аплодисментами. Вы молодцы! Меня зажгло ваше выступление. Почему не выбрали? Мне кажется, стиль нашего исполнения кардинально отличился, скорее всего, сегодня на проекте от остальных. И жюри почувствовали что-то новое, и, возможно, наш номер ввел их в заблуждение в какое-то. Мальчики, я вижу в вас внутреннюю радость. Просто потому, что вы вышли, получили на сцене то, что вы хотели. Именно с этим я вас все равно поздравляю. Поддержка зрителей, ваша честь! Я мечтал о том, чтобы выступать в бойс-бенде. У меня даже слов нет, я не могу ничего говорить. Я не знаю, что происходит. Я не понимаю, почему нас не выбрали. Следующая команда столкнулась с одной единственной проблемой. Артур Тренёв мечтал о большой сцене, вы помните, он военный, оказался при этом абсолютно не готов к этой самой сцене. Поэтому коллеги по группе всячески пытались его поддержать и репетировали с ним по много часов. И все ради того, чтобы стать одной командой. Ну, насколько им это удалось, давайте посмотрим в сюжет. У цій трійці Костянтин Меладзе об'єднав зірку Латвії Маркуса Ріву, вихідця із шахтарської сім'ї Вадима Розумного та російського військового Артура Треньова. Я взагалі не чекав, що буде іменно такою тройкою, як у нас. І тільки от ходили, смотрели на пацанов і думали, хто ж у нас третій буде. Ну, Маркуса я знав, а Артура как-то не дуже. Коли хлопці почали вчити пісню і танець, то зрозуміли, що найбільша проблема їхньої групи – це Артур. Очень важно, потому что ты собьешь абсолютно на все. Вадим, он очень яркий. Я называю им как самурай. Маркус классный. Он честный. И самое главное, что он харизматичный очень. Артур немножко не вписывается. Сейчас вот реально просто... Это о чем песня? Ну, сегодня что-то не заладилось у меня. Это печально, я очень сильно расстроен. Хлопцы усвідомлювали, что Артур тягне команду на дно. А я при чем, если человек не может догнать? She's got a new addiction. Это такие движения, что ты... Маркус вирішив взяти шефство над Артуром і почав займатися з ним зранку до ночі. Там, living la vida loca. Маркус очень сильно волнуется теперь за меня, как за своего ученика. Ты сейчас делаешь плохо. Я все. Что это такое, объясни? Я просил работать. Ну, очень долго работал. Ну, работаю. Очень плохо работаю. Он тупой и что? Кожен із парубків багато від чого відмовився заради проєкту «Хочу до Меладзе». Маркус залишив у Латвії зіркове життя і чималі гонорари. Ну, я відказався реально від дуже багатьох мероприятий. Вадим ризикує своїми стосунками з коханою. Моя невеста – це саме дорогое, що є у мене. У Артура на кону кар'єра військового. Папа у мене офіцер, який всю життя мечтав, щоб я йшов по його стопам. Не можна йти. Следує чужій мечті. Я зараз намагаюся виконати свою мечту. Чи зможе Артур за тиждень дотягнутися до рівня своїх колег по групі і виступити гідно? Чи все ж таки зруйнує мрії хлопців? Дізнаємося просто зараз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Хочу до Меладзе.
Sevdiğim superstitions like cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Come on! She's into new sensation, new kicks in a candy light. She's got a new addiction for every day and night. To make you take your clothes off and go dancing in the rain. To make you live her crazy life, but to take away your pain. Like a bullet in your brain, come on! Outside, inside, living a vida loca. She pushes. In New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart, she took my money. She must have slipped me a slipping pill. She never drank no water, she make all the French champagne. But once you're gonna taste it, you will never be the same. Did she make you gone insane? We go upside, inside out. Выступали последние, но вам повезло. У вас есть наставница. Все большие молодцы. Это все было так интересно. На это, за этим было интересно наблюдать. Я вас поздравляю от всей души. Все, что, в общем, мне нужно, я увидела. Спасибо вам огромное. Ребята, вы сделали свое дело. Что ты хотел бы сказать, Вадик? Скажу одну вещь. Прошу вас не удивляться особо сильно и не судить меня строго. Ну, у меня скоро такое событие очень весомое в моей жизни, я женюсь. И поэтому я не могу продолжать участие дальше. Твой выбор, твое решение, но я хочу, чтобы ты меня услышал. Мне кажется, что ты очень достоин быть здесь, и мне кажется, она подождет тебя какое-то время. Она тебя будет любить еще больше, будет восхищаться тобой еще больше. Я такой человек, который решаю сразу и не меняю свое мнение. Тут люди приходят за своей мечтой. Тут люди приходят биться до последнего. Со всем уважением к этому замечательному проекту и к вам, Константин.
Но для меня дороже она. Костя, что мы будем делать? Естественно, как бы удерживать мы никого и не пытаемся, собственно, и права не имеем, поэтому вы можете жениться. Ніхто з учасників не знайшов пояснення вчинку Вадима Розумного. Хлопці просто не могли повірити, що талановитий парубок так легко відмовляється від своєї мрії. Вадим не поділився з вами прежде своїм рішенням? Ні, у нас це теж такий маленький шок. Я вважаю, що те, що ти вибрав її, це невероятно. Як ти думаєш, вона оцінить це? Вона просила, ну з'їзди, пожалуйста, я так хочу тебе по телевізору бачити, може побідиш коли-небудь. Ну... Уже не победишь, потому что ты ради нее отказался от своей победы. Я не могу без нее, ну вообще не могу жить. Но как ты будешь теперь ребятам в глаза смотреть? Ну я думаю, они меня поймут, потому что у них когда-нибудь в жизни тоже такое случится. Да. Но... Вера, Верочка. Да, Игорь, да. Я думаю, что Вадик, которому его любимая девушка говорила, ну поезжай, ты победишь. Может быть, сегодня он подарил своей девушке самую главную победу. Конечно, я знаю, что самое главное, чего я всегда боюсь, и я хочу Вадику сказать об этом. Я очень надеюсь, что ты об этом не пожалеешь. Да, это самое главное. Я тебе желаю об этом в своей жизни не пожалеть. Будьте счастливы, у вас будет все хорошо, и пусть на вашей свадьбе звучат песни Константина Меладзе. И Веры Брежнева. И Веры Брежнева, конечно. Шість наставників шоу «Хочу до Меладзе» визначилися зі своїми командами. Група «Тімоті». Група «Єви Польний». Група Володимира Преснякова. Група Анни Сідокової. Група Сергія Лазарєва. Група Поліни Гагаріної. Три групи, яких не обрали наставники, повинні покинути шоу. За правилами шоу Костянтин Меладзе дасть шанс одній з команд, що вибула. Команда залишається у проєкті і продовжує боротьбу без наставника. Чи скористається продюсер своїм правом? Зараз дізнаємося. Константин, все буде залежати тільки від вас. Я искренне удивлен уровнем сьогоднішнього виступлення. Тобто всі виступали совершенно замечательно. В наших правилах есть такой пункт, что может остаться команда, у которой просто не будет тренера. Это такая команда, своего рода джокер. Константин, кто вас поразил? Эта команда, в принципе, хорошо себя проявила, но, к сожалению, они выступали после таких мощных ребят, что их, может быть, где-то и проглядели, может быть, где-то все-таки сказался возраст, из-за которого они не смогли показать все, на что они способны. Группа «Иракли», с удовольствием оглашаю, что вы проходите. Итак, команда «Джокер» Ираклий Мурашвили, Михаил Балясинский, Артем Угляров и Фарис Мамедов. Они будут сами заниматься без наставника. Посмотрим, что из них получится. Спасибо большое за этот шанс, и мы вас не подведем. Давайте, бегом туда работать! Ну! На самом деле я не ожидал, я думал, что получится.
Мы очень старались, мы выкладывались на все 100. Ну, по-видимому, жюри это не оценило. Невзаємне кохання, невзаємна симпатія і невзаємне бажання. Вибір, к сожалению, пал не на нас. Ну, это печально. Была надежда, конечно, надежда умирает последней, и очень хотелось задержаться в этом проекте. Думаю, я ему просто не подхожу. У нас остался, Константин, еще один неразрешенный вопрос. В команде Полины Гагариной, Маркус Рива и Артур Тренев. Нам нужно доукомплектовать из выбывших игроков, что называется, команду Полины Гагариной, потому что она не может выступать вдвоем. Я бы усилил эту команду двумя, на мой взгляд, замечательными ребятами, которые, к сожалению, не прошли. Дивіться у наступному епізоді. Хто потрапить до групи Поліни Гагаріної? Чи зможе команда джокерів самостійно підготувати свій виступ краще, ніж зіркові наставники? Чому Єва Польна залишила свою команду на призволяще? Скажіть, парни, кому ви цікаво? Я що сказала? Я не розумію, чому Єва нас вибила. Для того, щоб потім просто кинути і уїхати. І головне запитання. Яким буде бойсбенд усіх часів? Дивіться рівно за тиждень у серіаліті «Хочу Томиладзе».